Доброго времени суток, зрителям, своим гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. И мы продолжаем играть в игру под названием Imperial Glory за Россию на высоком уровне сложности. И я рад снова появиться на ваших экранах телефонов или компьютеров, или телевизоров, неважно где вы смотрите. Я надеюсь, вы соскучились за игрой Imperial Glory. Видео не было около 3 недель, и я просто потому что я обязан вновь так вот сумбурно появиться и потом возможно пропасть, а может не пропасть, для того чтобы вам подкинуть свежую серию по Imperial Glory. Ребятки, не поленитесь, сразу поставьте свой огромный красивый супер пупер лайк, для того чтобы вам легко, мне приятно. Подпишитесь на канал, если вы с первого раз. Возможно, вы когда-то подписывались, потому что видео не выходит, мы такие расстроенные ребята, поэтому мы отпишемся. Нет, ребят, как бы видео будут выходить, может, не так часто, как раньше, но я постараюсь все-таки их выкладывать. Обязательно, как мы закончим проходить за Россию, мы установим мод. По этому поводу я сделаю видео, посмотрите, как это делается, чтобы всех, в принципе, не было потом вопросов. То есть я установлю мод, я оставлю ссылку на скачивание мода по всем странам. Рассмотрим, возможно, какие-то проблемы с Imperial Glory, которые могут случаться, и как их убрать, и так далее. Ну, в общем, по факту разберемся, скажем. Значит, на чем мы остановились, я уже, если честно, не помню. Видео свои не пересматриваю по причине того, что я ненавижу себя и свой голос, поэтому будем вспоминать по факту. Значит, что у нас здесь? Война. Мы ни с кем вроде не воюем. Отрезали мы Австрию. Франция забрала нашу Испанию, которую я хотел себе. Поэтому нам нужно готовиться, я думаю, войну с Францией. Пропускаем пока ход. Пропускаем ход, надо подумать, хорошенько это дело обмозговать. Но вообще-то, короче, надо Францию наказывать, забрать Испанию, потому что это была моя Испания. Все, точно, я вспомнил эту боль. Я хотел их мирно аннексировать, всадил туда деньги, и они перешли к Франции. Это кошмар, это просто кошмар. Военная верфь построена в регионе Норвегия. В общем, что у меня там строится, пускай строится. Что у меня здесь по войскам? Отрядики. Ни хрена не строится. Хорошо, что здесь отряды. Тут тоже пока ни хрена. Понятненько. Ясно, понятно. Здесь линейный корабль Надежда. Наверное, который мой компас земной. Наверное, это Надежда. А, здесь тоже Британия меня забрала Батавию прям с под носа. Так, здесь, как я понял, обменочку выследования на золото. Сейчас им, видите, у меня республика, есть куча разных других веток. Но, возможно, в следующем прохождении выберем что-нибудь новенькое. Там, диктатуру, к примеру, попробуем построить. Как вы видите, в принципе, уже очень мало осталось. Мы закончили сооружение ячеек сопротивления в стране Триполи, что вызовет мощное народное восстание в случае попытки захвата территории. Профсоюзы исследованы. Что это мне дало? Только в республике могут выступать профсоюзы и позволяют увеличить прирост населения на 23%. Хорошо. Это что? Маяки? Нахрен мне не надо. Таможенный контроль. Давайте таможенный контроль. По военной мы все исследовали. Здесь что? Короче, пускай будет так. Миссия всеобщая декларация прав человека теперь доступна. Давайте-ка посмотрим сюда. Давайте-ка посмотрим, где там у нас международная декларация прав человека. Что нам она даст? Все империи, за исключением той, что выполнила эту миссию, потеряют по одной территории на начало игры бывшей нейтральной страной. Эта страна будет обеспечена достаточным количеством войск, чтобы защитить свои границы. Давайте попробуем. А почему бы и нет? Выполним заодно.
Итого, мы получили вознаграждение за выполнение 8 миль над угнетением соблюдены следующие страны. Испания и Тунис. Вот ты, пожалуйста. Испания вернулась обратно. Не успели мы даже французов слабучить, обратите внимание. Вот, вот таким как бы так все повернулось странно. Неожиданно. Как для Франции. Хотя Франция ж мирно присоединила. Но больше я в Испанию денег влаживать не буду. Не хочу. Меня подставили. Очень сильно подставили. Итак. Уведомление. Ваше Величество, мы только что спустили на воду новый торговый корабль класса Урка. Доступный в регионе Санкт-Петербург. Окей. Франский ряд контроль над регионом Испании. Вербованные солдаты в массовом порядке. И Великобритания Тунис. Хорошо. Что же там им за отряды дали сильные? Тут, наверное, да? Ох, и сильные. Ох, и сильные же отряды им дали, батюшки. Даже не знаю, что делать. Наверное, надо удалять игру, потому что две сильные отряды попались им. Кошмар. Кошмар, просто кошмар. Так, где там урка? Урка появился. Я хотел задействовать. Наверное, давайте вот так начнем задействовать. Вот, потом сюда-сюда. Короче, еще куча-куча всего. Нам это делать, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой, это... Я уже тут урки строю. На 100% урочек, там, лупим. Завершаем ход. Сейчас поспускаем урок на воду, чтобы еще больше денег. Потому что мы вот, видите, в принципе, дерево подогнали. Селение подогнали, еду подогнали. Золота не хватает. Надо какой-то бестолковый союз вступить, чтобы они мне деньги заплатили. Было бы нормально. Торговая вещь построена в Египте. Так, а что тут хотел в Египте строить? А ну-ка. Тут у нас все задействовано, кроме вот этих путей, вот этих еще путей. Ни хрена, короче, не задействовано. Корабли. Давайте здесь вот на втором тоже уркаганов будем строить, чтобы быстрее было. Запустим через... Со стороны Египта вниз и туда. Чтобы тоже были торговые пути. Можно подсобрать денег и выкупить этот регион в Британии. Этот, Триполи. Сколько они хотят за Триполи? Россия улучшает отношений. Торговля с Великобританией. Попросить территорию. 26 тысяч. Копейки. 36, 23, 26, 38, 21, 22, 30. Ага, понятно. А вот этот что, Шотландию даже можете продать? Ну давайте попробуем выкупить не Шотландию. Я, конечно, думаю, это вряд ли получится, но, почему бы и нет? Почему бы не выкупить Шотландию? Туда закинуть свои войска и на это будут не. Во, ребятки, а вот и бестолковый союз, который нам был нужен. Принять. За 30 тысяч мы получаем бестолковый военный союз. Нам дают деньги, это главное. Так, попробуем. Значит, я, господин, хочу купить у вас простых хлопцев Шотландию. О, уже подорожало. Вы посмотрите, какие мы цацы. Хорошо, я вам даю 32 тысячи. Все равно вы мне их дали только что в этом. Послать. Нет. Мы получили... Хотя плата кажется нам весьма щедрой. Они считают эту территорию неотъемлемой частью своей страны и не будут обсуждать наши предложения. Я был готов, ребятки. Я был готов к этому... 38 они хотят, 26, 36, 23. А ну-ка, что там за территория Британии? Думаю, нахер не нужно, да?
Нам надо брать Баталью. Нам надо брать Баталью. Ну, давайте, как эти деньги пришли, пускай они такие уходят, да, попробуем. Значит, хочу территорию, Баталью, за 40 тысяч. Хотя нет, я жлоб, давайте таки за 39. Ну, пожалуйста, ну я очень хочу. Хорошо, я вам даю 42 тысячи. Последняя моя цена. Блять, за 42 отдали. Ну да ладно. Что ты мне тут можешь предложить, Батави? Ну, хоть что-то построено у меня там уже радостно. Давайте туда. Нет, наверное, хотя почему бы и нет? Можно и так. Тут у меня какой-то сборняк тут сидит, непонятно. Вместе объединились. Пшел отсюда. Один в поле не воин, поэтому шруй. Ну, уже поярче. Уже поярче. Тут у меня просто сидят командиры. Ты, наверное, готовился идти на войну с Францией. Скорее всего. Линейный корабль. Линейный фрегат. Фрегат — это понятно. Их надо в любом случае слить. Линейный корабль, наверное, подогнал, чтобы бить мордяки. Вот еще один линейный. Плыл, не доплыл. Еще вот один линейный у нас тут есть. Можем себе позволить. Разница в 20 еды. Так, завершаем ход. две тысячи только что спустил никуда. Но я не расстраиваюсь. Потому что вы же знаете закономерность. Где был один бестолковый союз, будет еще один. То есть это опять денежки. Денежки. Так, у нас переизбыток. Переизбыток у нас селение. Но мы никак, вот еду. Надо кому-то, короче, впарить еду. Так. Вот тебе еда не нужна. Давай я тебе дам, короче, еды. Ну, 1005 могу дать. Попрошу у тебя за это 5000 золота. Не понял, а что-то... Что за фигня такая? Что она так упала у меня еда так жестко? А, ну да, я ж типа 5000 отдал, да. Смотрите, это еще что-то Австрия ко мне плохо относится. Да я хотел на тебя, Австрия, срать с большой колокольни. Кто-то для меня ты точно никакой этой. Так, урка в Санкт-Петербурге, отлично. Значит, где-то наш уркаган. Так, урка. Только сюда получается, правильно я понимаю? Ну да. Тут там нигде, блядь, ничего не задействовано у нас. Сюда тогда. Уркагана. Только что-то он туда не встал. Сейчас я своими кривыми пальцами попаду. Вот так. Ох ты, блядь. Ох, а соединил-то как, батюшки. Ладно, что здесь? Вот здесь у нас что? Здание. А что тут в Пьемонте такая разруха, я и не знал. Охренеть, вообще ни хрена нету. Ну чё, блядь, с лесу вышли, что ли? Так. Пьемонт, понятно. Тут у нас все очень тяжело. Здесь что у нас? Не, ну тут покультурней. Тут покультурней. Здесь по зданиям что? Ну да, тут тоже, в принципе, нормально, торговая вещь. Улучшенная академия, конюшни.
Университета. Первую можно вылупить. Завершаем ход. Что-то я не вижу, чтобы Британия сваливала с нашей новоприобретенной территории. Ох, это Британия, она у меня доиграется. Так, урка спущен. Опа, сразу кусочек захватили, хорошо. Это хорошо. Так. Раз, два, три, четыре, по пять. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Еще пару отрядиков можно, да? Еще пару отрядиков. Пу-пу-пу. Давай тогда вот так. И вот так. Пшеки наши где тут? Ага, вот. Пшеки, пшеки. Тут мы уже всех наштамповали. Надо будет. А вы, кстати, тоже шизмайловские фабрицы. Да, тут... О, тут у меня по последнему слову техники заряжены, ребята. Вот эти две территории, мне не нравится, что они пустые. Мне не нравится. Так, нам нужно туда кого-то выгнать. Это будешь ты, братан. В общем, бери с собой этих всех коллег. И пошуруешь туда. И то еще... Не, ладно, возвращайся. Мы тебе сейчас что-то тебе придумаем. Что-то мы тебе сейчас... Каких-нибудь, не знаю. Гусар. Парочку. Закинем. Надо просто укрепить, я не хочу, чтобы для меня это было неожиданностью, они просто хотя бы кинуть по какому-то одному отряду, для того, чтобы они просто не зашли и не захватили без боя. Просто, блин, учитывая возможности этой чудесной игры, это может быть, все может статься, жена с любовником расстаться. Так, ждем, ждем. Точно, ребята, мы же хотели сделать операцию со скифтиски. Пойти и вольнуть трендюлей Британии в их столицу, скажем так. Я же забыл. Но для этого я сначала хотел, конечно, Испанию, еще таких загадочных стрелков, там, повстанцев, их, или как они называются. Надо будет потом, что здесь он сохранит Британию. Вот это защита столицы, ребят, ну, понимаете, как бы моя армия сможет плыть и просто даже... обоссать их, не спускаясь с корабля, просто так вот. Ну, вообще угрозы нет. Вот это, конечно, хрень, мне не нравится. Это сразу пойдет удар вот на эти областя, потому что они не смогут перекинуться. Нам надо будет подготовить здесь защиту. Что мы, в принципе, и сделаем. Так, давай, значит, вот тебе. Браво, хлопцы. Еще одно место есть. Возьми еще побитых коллег вот этих. Все, двигайтесь сюда. Тут бравенько будете встречать врага. Тут надо пару отрядов нам. Здание тут строить. Улучшенные, чтобы мы могли. Улучшенных хлопцев. Вот так. Подождем. Еще подождем. Ребятки, если вы еще не поставили лайки, то за него ставьте, нажмите на колокольчик. Ну, я буду говорить все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Франция пошла войной на Британию. Вот это поворот. Интересно. Интересный ход конем, скажем так. Ну, главное, что войной не с нами, я считаю. С одной стороны. А пехоту я подстрою. Вы знаете, а пехоту я подстрою. И немножко коней. Мы всех выведем потом.
Я даже не знаю, с кем у меня хуже отношения, с Францией или с Британией. Вот кого сейчас влупить, когда они заберут эту Францию? Так, ладно, посмотрим. Так, торговый урка. И мой муреночек. Чик. Что нам еще остается? Непонятно, что нам еще остается. Короче, ну еще я вижу, есть незадействованные пути. Мы должны его будем задействовать. Так, 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 так. Что тут у нас? Тоже опасная, опасная зона, ребята. Здесь надо тоже отряды. Гренадеров обязательно. Обязательно. Просто ведь он легко пипот этот рубит. Давайте, короче, будем делать микс. Микс отряды. Вот так вот. Вот так. Это будет выглядеть вот так примерно. На 4 отряда. Нормально. Значит, еще туда можно будет. У нас такие тут сильно рубаки. Вот эти. Значит, гусар. Пару. И вот такой микс отряд будет. Как раз два отряда здесь выйдут. Два отряда там сделаем. Даже не с полковником. Что-то не страшно. Так, урка. Да, походу, уже урок хватит. Что-то я так разогнался с этими урками. Уже все порты задействовал. Короче, урка, пока... Пока сиди в порту. А, ты даже в порту там сидишь. Ну, может, можно улучшить вообще прибыль 168. А что вы еще предлагаете? Блять, скажем так. Так, все, короче, отмена по уркам. Отмена. Да, да, да. Отмена строительства урок всяких кораблей. Все, все. Тут все четко. Так, вернемся к нашей военной карте. Здесь уже хлопцы начали рекрутироваться. Здесь пока еще нет. А ты что здесь делаешь? Жучок. Гряды. Корабли. Линейных. Давайте мне линейных еще парочку. В общем, я думаю, в принципе, мы туда уже сможем потихоньку стягивать. Хотя нет. Эти пусть тут остаются. Сюда будет удар. Так, давайте нам каких-нибудь обрегов, торрегов надо нанять. Здесь вместо мамилюки. Ой, хорошие такие. Очень даже, очень даже. Давайте арабская легкая пехота. Так, чисто на поддержание штанов. Офицеры. Полковник. И, короче, еще полковнику мамилюков туда насадим, так сказать. Кстати, кстати. А ну-ка, подождите. Интересная штука-дрюка. Так, мамилюк. 104,80, да? А что из себя представляют вот эти пацаны? Тоже 104,80. Короче, все то же самое. Те же яйца, только в профиль. Хорошо. А здесь наши что? Царские гвардейцы. 99,71. Чуть-чуть не дотягивают. Кстати, уже такие кони. Какие у меня пошли серьезно? Вы обратили внимание? Что я не обращал до этого. Что могут быть такие ребята? Ну тут понятно. Тут каменный век еще. Тут все ясно, все понятно с каменным веком. Так, завершаем. Вот. Франция обломилась с захватом территории Бретонии. Сосала, скажем. Все нам на руку, главное, чтобы не всосали. Тема Пьемонт. Военная академия регионе Батавия построена. Все, тут мы сможем. Тут мы сможем офицера. Генерала. Настоящий полковник.
Настоящий полковник. Так, там, 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 там. Слушайте, а вот это ж хорошо, с другой стороны. Мы можем... Никто не появится. Царский гвардейцы. Как лингвисты лучше всех прочих вытащить ее в ближнем бою, но не способны атаковать на расстоянии. Это же описание почти такое же. Просто свои-то лучше, чем какие-то обряги таурейги или поляки. Ну, я так думаю. Просто не помню, ребята, если помните, подскажите в комментариях, имеет ли значение регулярные или нерегулярные войска. То, что минус в том, что если у тебя есть, к примеру, захваченная страна, ты там рекрутировала войско, и потом ты эту страну потерял, то это войско может разбежаться. Это я помню. А вот в плане боевого духа, если кто-то знает эту информацию, подскажите, я думаю, остальным тоже будет интересно. Мне кажется, если я 5 раз пройду Imperial Glory, если не больше, то я, наверное, могу свою блядь, Википедию запускать по Imperial Glory. Так, срок действия договора. Истек. Страдаю. А правый проезд подошел к концу. Вот это да. Я согласен. Так, здесь у нас рекрутируется. Куда там твой зонтак? Полковник зонтак ползет. Плывет. Надеюсь, не ко мне. Бестолковый союз. Пам-пам-пам-пам. 35 тысяч капнуло. Госпитали в Пьемонте построены. Новые судно спустили. Шоу, пусть пока сидит. Пусть пока сидит. Идти на цех. Специальная школа. Призывной участок. Короче, сейчас мы поднимем по последнему слову техники Пьемонт. Так. Британьон. Я хочу купить у тебя территорию. Вот это. 26 тысяч. На тебе 30. Сколько вы мне заплатили за... Вот так. Все, до свидания. Сколько вы мне заплатили за свой бестолковый союз, я даже еще и в прибыли остался. Знаю, что у нас тут. Кстати, не так все и разрушено даже. Да, вам хочу сказать. Даже не все так плохо, как могло бы быть. Отряд еще не есть тут. Все понятно, здание, давайте тогда... Не понял, что это максимальное, конечно, да? Да. Военная вещь, нифиг нам не надо. Что тут вообще надо пройтись по всем вот этим беспонтовым Польше? Как это у нас в Польше нету здания налоговой полиции? Ребят, надо, чтобы поляки были, платили деньги, были умные относительно. Налоговая полиция. Давайте, у нас куча ресурсов, давайте их тратить, Ганновер. Как-то. Чё бы и нет. Папская область. Налоговая полиция. О, тут куча строек. Венеция. И госпиталь, и не шахт. Ломбардия. Не ферм. И госпиталь, и не шахт. Здание налоговой полиции. Инфраструктура. Это кто? Это Испания? Пошли нахер. Я с вами, блядь, не в одно поле теперь срать не сяду после того, как вы со мной поступили. Дания. Вообще, что ли? Каменный век. Короче, пока так. Пока так, а там посмотрим. Нормально мы на 50 кусков просели по этому, этим, по ресурсам. Армия Великобритании находится на нашей территории. Да, у них есть время и желательно ему убраться к этому моменту. Или придется еще один урка построен. Уже достаточно. Таможенный контроль исследован. Маяк Форнеля давайте будем теперь исследовать. Что по миссии?
выполнено, 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 выполнено. Все выполнено. И эти пару нет. Хорошо. Да. Так, что тут у нас? Бойцы-убийцы. Готовятся. Готовятся. Куда они денутся? Завершаем ход. Стройка века началась, но думаю, золото не хватит. Если, конечно, за пару ходов сейчас не срублю 1050-60, а я столько не срублю. Так вот Британия дружит, заключает со мной союз, а мы сейчас возьмем его по нему. Господи, пошла стройка и сразу 10 тысяч плюс 20 только еще так за раз так хоп срубила на новую стройку. Читайте, 19 было плюс где-то 7 тысяч за код, стало 9 тысяч 20 с чем-то ушла. Опа-па, была собака, он ее любил. Австрия выкупила ту территорию, не захватила, выкупила, конечно. Меня это бесит. Регион Тунис был освобожден, и в ближайшее время он будет очень... А, отбились. Так, хорошо, отбились. Так, здесь налоговая полиция построилась. Новый корабль Святослав был спущен. Видите, попытка у Австрии была как бы выкарабкаться. Давно что-то не поднимали голову прусаки. Они там не умерли. Была. Хотя у меня такой сборняк стоит. Ну, хотя генерал Константин, поправку. Все, все, тут уже у меня такая пошла массовая. Нахер. Хотя 40 человек, пацаны, я думаю, что вы еще послужите свою службу со временем. Ваше время просто еще не пришло. Так, вы что такое? Вы к чему относитесь? Это бодега к чему? Ага, понятно. Все ясно. Все ясно, все понятно. Ломбардия. У нас тут в Ломбардии все строится. А тут нихрена, блять, вообще в Ломбардии нету. О! У Франции появился первый генерал. Здравствуйте. Уже октябрь 1826-го. 18-26, а вы только первых шахты в Финляндии. Ну, глубокие шахты, если вы понимаете, о чем я. Глубокие шахты, маяк. Как все чудесно, прекрасно. В общем, ребятки, не будем тянуть, наверное, все. В следующем видео железно собираем, короче, братву, едем валять Британии. Попробуем, как оно выйдет, как оно будет. Великобритания вошла в ее состав. Я ради этого, блин, воевали хлопцы наши там. Я чуть-чуть продвинулся, короче, по этому, но... Опять же, короче, тут хотя бы бестолковых этих дурачков построишь, чтобы сидели. Так. Ну чё, собираем манатки и пошел отсюда. Так сказать, почухал. И давай туда, на передовую. Туда, на передовую. Завершаем. Вот. Понимаешь, Испания, мы могли бы с тобой жить на Манхэттене, с Деми Мур делиться секретами. Но ты решила просто, блядь, кинуть меня на бабки и... И пойти с Франции, господи, как это низко. Низко. Лечь под Францию. Или Египте на роль. Командир. Командор. Ебал, даже так назвал.
Так, вы знаете, столицу, мне кажется, надо немножко разгрузить. Сейчас мы будем делать так. Ты выплываешь, ты выходишь, с собой берешь. Рис. Биби. Три. Четыре. Пять. Есть такое дело. И залазишь туда. Дальше. Выходишь ты. Берешь с собой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И тоже съебас. Все. Готово. Вы укомплектованы. Следующее. Не хватит. Уже на один выпад. Но не хватит. Но! У нас есть агрессивные поля, которых мы будем грузить, допустим, в Восточной Пруссии. Что мы можем обеспечить? Раз, два, три, четыре, пять. Пушки тогда надо, да, кузовки? Будет лучше. Хотя мы будем пушки. Так, то. Линейный корабль «Надежда». Давай. Сюда. Значит, ты вылазишь, с собой берешь поляков. Раз, поляков. Два, поляков. Три. Вот так вот. И вы сюда чапаете. А потом сядете на корабль. Это будет так. Укомплектован. Еще один туда отряд, значит, да? Отряды. Офицеров. Блять, а здесь одни дебилы. Да, короче, будет быстрее, наверное, в Польше построить элитную академию. Вот так пока. Ждем. Потихоньку сейчас просто сразу хлопцев загрузим и туда, к Британии, чтобы они не собирались как бы в этом, ну, в гарнизоне. Блин, все истек. Господи, как теперь жить? Так, грузитесь. Есть такое дело. Что-то по отрядам. Еще две конницы, наверное, лупанем. Вот так. Две конницы, блин, ну по три хода. Как же недолго, блин, это кошмар. Жалко, что нельзя ничего обучить, чтобы быстрее это все было. Так, что тут у нас? Ну там еще тоже будет долго. Так, мы тебе сюда перекинем. Дурочки эти рекрутируются. Здесь что? Красиво. Тут красиво пока все идет. Так, давайте попробуем сформировать такой себе отряд. Ух, почти не добил. Вот так. Что здесь по отрядам у нас? Мы же должны делать микс. Я не делаю, а вы молчите. И офицеров. Так, там все ясно. Здесь что у нас? Ладно, вас пока будем в последнюю очередь ходить, грузить. Мне пока надо. Офицеров нет, что ли? Нет и не будет. Давайте двух. Поляки. Мы там сейчас изучим. Здесь что тут у нас тоже строится. Тогда пока завершаем ход. Ждем бестолковых союзов. Ребята, мы открыты для ваших предложений. Пожалуйста. Великобритания, Франция, Испания считают. Ну, раз вы считаете, дайте мне 39 тысяч, почему бы нет? Я готов за такие деньги с вами вместе посчитать. Хорошо, это добро, это хорошо, что так получилось. Это очень даже чудно. Потому что я тут предполагаю, что тут большой замес. Большой фрегат. Линейный корабль, ребятушки. Ладно, ребят, на этом, наверное, пока закончим наше видео. А в следующем видео мы обязательно продолжим на том, что мы продолжим загружать наши войска и стягивать их поближе к Британии. Ставьте лайки, ставьте свои дизлайки. С вами был Росси. Спасибо вам за просмотр, за комментарий. Всем пока и до скорых встреч.